В работе в период месячника по подготовке территории города в осенне-зимний период 2016 года по состоянию на 27.09.2016 года при подготовке к осеннему санитарному месячнику основной упор комитетом делается на максимальное вовлечение предприятий и населения в работе по подготовке территории района к осенне-зимнему периоду. Для этого проведена работа по увеличению уведомлению руководителей предприятий и специалистами комитета о необходимости принятия участия в мероприятиях месячника. В данной работе были задействованы все специалисты комитета, которые вручали руководителям организации типовые уведомления с перечнем основных необходимых работ в соответствии с правилами благоустройства города. На 27 сентября вручено более 350 уведомлений. В общей сложности планируется уведомить более 500 организаций.